Сотрудники полиции совместно с представителями сообщества родителей Одинцовского округа и волонтерами провели встречу на тему «Стоп-мошенники» в зале первой городской библиотеки. Участники обсудили вопросы противодействия мошенническим действиям в отношении граждан. Сотрудники полиции рассказали об основных схемах обмана, привели примеры из практики. В рамках встречи была достигнута договоренность о совместном проведении в округе конкурса детского рисунка, а также совместных акций и мероприятий, направленных на профилактику мошенничества.